Всем привет! Значит, это я в Ашане. Всех с наступающим праздником, Пасхой. Вот такая вот. Очень много разной Пасхи продают. Ну, значит, контейнеров что-то я не могу найти, если честно. Вот такие вот взяла, и они... Он все равно высокий, 250 рублей стоит, а вот такой вот маленький 150. А, мне очень нравятся, знаете, контейнеры для хранения обуви. Вот тоже пластиковые, но почему-то нет ничего. Все пусто. Не знаю, сейчас посмотрим, может быть, возьму. Может быть... Нет. Может быть, пойду в свой магазин. Я кроссовки Матвею смотрю. А, вот, а я ищу для Мурика этот корм. Что он меня плохо стал есть. Дешевый не хочет, зараза. Возьму вот такой, кормлю таким. Блин, не знаю, брать эти контейнеры, не брать. Они реально высокие. Будут занимать просто много места. Ну вот где-то вот так нужно, чтобы вместить прекрасно мох. Прям не знаю, что делать. Так, у нас здесь горшки, много горшочков. Давайте пройдемся, посмотрим. Может быть, что-нибудь интересное увидим. Ну вот они, хорошие горшочки. 145 рублей, 119. Хорошие, мне действительно нравятся, с поддоном, удобно. Ой, какой хороший горшочек, смотрите, какой красивый. Какие подвесные можно. И стоит недорого, 200 рублей. Там цена. А вот они прозрачные. Вообще дешево. Огромный-огромный горшок. Ну, кашпо, но многие делают матовый. Вот. Как горшок 36 рублей. Он огромный. Вон какие привезли. Так, ну давайте посмотрим удобрения. Какое я хочу? Ну, какое я хочу, видите, не везут в магазины. Вон лампы продают, наподобие как у мини-фермера. Ну, все то же самое, но другой поставщик. Лампа. Как понять, не знаю. Лампа. Наверное, вот это вот. 1068.
А здесь вот тоже фито. 465 рублей. А, вот это, наверное, 465 рублей. А это... Не знаю, короче, как-то все читать можно. Ну, вот такие вот цены. Ловушка для насекомых. Ну, туда что-нибудь вкусненькое налить и подвесить. Прикольно. Мне, знаете, что надо? Мне надо укрывной материал. Потому что мне он очень понравился. Уже вот третий год буду пользоваться окна. А то уже солнце как бы так пригревает хорошо. И скоро начнет жечь листочки. Орхидеям. Так, но здесь я пока не вижу. Мне, знаете, что подписчица написала, что в фикс прайсе продается триходерма чуть больше 10 рублей. Ну, до 15 рублей. У меня фикс прайс на теплом стане, ехать надо, там прям два. Ну, поеду, доеду, посмотрю как-нибудь. Все забываю, мимо бегу. Ну, пока вот... Эпин есть, смотрю, по 8 рублей. Вообще дешево. Почему так? Эпин по 8. Возьму 10 штук, девчонка. Потому что, видите... А кто фит какой-то? Я что-то слышала. Возьму, девчонкам. Потихоньку надо уже начинать собирать. Скоро уже тепло буду моим подружкам любимым отправлять. Газонная смесь. Мне надо скоро будет доломит покупать. Уже осталось совсем чуть-чуть. Так, здесь у нас перлит. Кокосовый субстрат. Слушайте, ну неплохой такой. Чистенький. Здесь не очень. Здесь прям один торт. А вот этот вот мешочек неплохой. Не перлит, а агроперлит какой-то. Вот такой вот. И вот здесь вот такой. Здесь более, мне кажется, покрупнее. Хотя, может, нарисовано просто. Так, вот я не знаю, мне, я хочу в поддоны насыпать пенопласт или вот все-таки керамзит взять. Даже не знаю. Если керамзит, то какой-нибудь крупный. Он такой грязный, если честно. Ну, стоит копейки, 19 рублей, ладно. Возьму. Ну, зимой все равно надо будет убирать, класть пенопласт, потому что зимой все равно холодно. Так, ну здесь у нас грунты. Так, здесь еще у нас препараты. Посмотрим. Ну, по идее, здесь должен быть доломит.
Но в прошлый раз я его не нашла. Осталось там чуть-чуть. Чудо, по идее, должны были привезти. А вот, смотрите, вот есть доломит. Нашла. Ой, вон мука фосфоритная. Вот мука доломитовая, 3 килограмма, 50 рублей. Ну, нормально. Возьму. Ой. Мне сейчас тяжести, конечно, нежелательно поднимать, но... Ну, потихонечку дотащу. Блин, плохо не взяла вторую эту, то она сыпется. Фу. Жалко, что нет. Не, ну хорошо, конечно, когда там по 3, по 5 килограмм, да, но тяжело тащить. Какая-то вот, честно, новая фирма вот с молекулами. А это у нас что? Удобрение калин. Калийное. Калий хлористый. Повышает иммунитет. О, мне надо такое самой. Сейчас. Самой нужно употреблять. Я не пробовала, как бы не буду. Очень много таких вот сухих удобрений завезли. Как-то их не было. Вот. Нитрофоска. 11-10-11. Удобрение смесивое, минеральное. Чайная ложка, 5 грамм. Короче, ложки добавлять, но здесь для... Сейчас. Для цветов тоже. Не знаю, кто пользовался вот таким вот. Напишите, дайте знать. Ну, правда, очень много, вон, смотрите. Много разных привезли сухих препаратов. Даже очень интересно попробовать бы. Баф есть по 25 рублей. Но это дорого, конечно. Ну, по сравнению, какой был по 10 рублей, конечно, дорого. В 2,5 раза. Витарос. Вот я почему-то давно фитоловин не вижу. Может, не присматривалась? Он у меня как-то закончился и больше. Я думала, есть, а его нету. Так. Слушайте, ну не вижу я триходерму. Нужно все-таки до фикс прайса доехать. Там говорят вообще много, ну как бы есть препараты, я об этом не знала. И недорого. Ну как всегда. Стекло очень дешевое, но знаете, хочу вам что сказать, оно некачественное, оно, наверное, поэтому так дешево стоит. Вот сколько у меня было вазонов, вот и большие были, я как-то вот закрытую систему сажала в большой, я показывала, они у меня все разбились. Вот они вроде бы, знаете, стоят, все нормально. Огромная у меня красивая ваза была, помните, когда Ванду купила, просто вот. Ну, не знаю, моментом просто. Вот дотронешься, они сыпятся как будто. А вот он, этот укрывной материал.
получается вот этот поплотней, а вот этот стоит, получается, и здесь мошки, 31 рубль, но не знаю, кто тут режет его, сколько мне надо. Я всегда, знаете, в упаковке беру, и нормально. Но если вот так вот, в два раза можно. Я летом, позапрошлом году я делала в два раза. Как бы растения не нагревались вообще. Хоть солнце светит у меня постоянно в окно. А в прошлом году один слой я сделала, и... Ну, они не сгорели, листочки все отлично. Знаете, что было? Листья были очень-очень горячие. Сейчас я спрошу, может быть, здесь режет. Нету никого. Молодой человек, подскажите, пожалуйста, а кто режет вот здесь? Не знаете? А, спасибо большое. Спасибо большое. А, я вижу их, вижу. Все, спасибо большое, спасибо. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, кто мне там может укровной материал? Спасибо большое. А, вот они. Ага, да, пойдемте. Есть еще вот такие уже готовые. Укрывный. А, наверное, этот дешевле получится. Без упаковки, без всего. Мне вот, знаете, это как вот считается, они? Это плотность такая, знаете, вот по 13, там совсем тоненький, ага. Такой. Ну, этот вот за ним идет. Ну, мне вот это 31 получается. 31, да. Вы знаете, вы можете мне отрезать? Или вот это 30? 31, а он одинаковый. Один, ну, да. Какой? Вот этот верхний. Ну, это, да? Ага. Где-то, знаете, 2,5 метра. Нет, 2,5 метра. Я могу и 2, и 3. А, да. Давайте 2 тогда. За 2 метра получится 63 рубля, да? Ага. Ну и хорошо, отлично. Потом посмотрю, если что. В один пощу, может, в два. И с улицы очень даже ничего так смотрится он. А вы мне отрежьте и положите вот здесь, ладно? Я пойду пока цветочки посмотрю. Спасибо большое. А, вам, а как удобно вам, можно я сразу. Я могу вам дать, и вы пойдете только оплатите эти телевизоры. А, давайте я тогда вам оплачу. Или вам нельзя? Нельзя, нет, А там нельзя платить? А там нельзя. А, ну пойду тогда туда. Да, хорошо. Да. Вы давайте, что вы хотели, смотрите. А, я пойду цветы. Там вам да. И чек этот, хорошо. Ну, вы мне вот сюда да. Положите, и все, я заберу накладную, спасибо, и это, да, и все. Да, спасибо большое. Так, 2 метра, да? Да, 2 метра, я сейчас приду. Спасибо большое. Все семена. Вот, посмотрим с вами цветочки.
Как хорошо, что нет фоновой музыки, не надо будет монтировать часами. Фритиллярия. Империалис. Вон какое растение прикольное. Какие огромные луковицы. $436. Не знаю, слышно вам пик это. Мне сообщение шлют. Надеюсь, что не слышно. Только вот сказала, да, что это все хорошо. Так, сейчас я еще громче не могли. Ой, какой прикольный, смотрите. Цена 1255. Прелесть. Розочки. Так, мою сумку там не спирят. Розочки. Большие такие, ну, садовые. Не знаю, снимаю с новой камеры. Надеюсь, ну, что-то фокус не ловит. Ну, ладно. Посмотрим. Так, это у нас лилии. Такой огромный выбор лилий. Цена была 333, теперь 149. Мята. А, это мелисса. Я хочу себе мяту купить. Душица какая-то, смотрите. Хочу себе купить шалфей, мяту и пить ее. Ой, здесь бедные, бедные, бедные хищники. Красивые какие лилии. Смотрите, какая вот эта вот очень красивая просто. Ну, они все красотки, но... Да все красотки, чего их обижать? Так, здесь фаленопсисы. Вижу белые. Вижу белые по 149 рублей. GMP. Здесь они не списаны. Не знаю, я наконец-то купила себе... стабилизатор. Не знаю, что получится. Посмотрю, конечно. Может, даже не выложу это видео. Может, плохо снимает. Очень красивые фиалки. Ну, вот там еще. Здесь еще крашеные орхидейки. Но цена у них, конечно, большая. Мультифлоры. Ой, какая прелесть, смотрите, это кажется клёпа, а может не клёпа, но, знаете, вот расцветка, вот именно вот эти вот крапинки, они тёмно-тёмно-бордовые. Ну, по 1000, я так понимаю. Так, мне надо пакетик взять. Ой. Даже вот чуть ли не матом. Хрен оторвешь. Вроде бы вон пакетик, хрен оторвешь. Смотрите, какие декабристы. Я таких еще не видела.
прикольные цветочки. 217. Ладно, пойдемте заберем. Заберем. Ой. Мой укрывной материал. И, блин, далеко идти на самом деле оплачивать. Сколько разных цветов. Вам спасибо большое. Вы знаете, вот у меня какие-то сомнения. Не разные. Там ценничек был. Давайте я вам вот это вот сделаю. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, это вот это, которые накрывают растения. Да. Спасибо большое. Да, конечно, без проблем. Я сейчас туда-сюда и приду. Спасибо большое. Какой хороший продавец попался. По 21. Могла бы написать по 31, и я бы взяла. По 33 сколько он там? Я бы взяла без проблем. А тут... Ой, смотрите, какой прикольный гном. Интересно, а что это? Украшение декоративное лисовик. Куда его так? Ой, какой, какая мордаха симпатичная. Красавчик. Только как его крепить, не знаю. Ну, дорого стоит. 146 рублей. Блин, для попугаев так все дорого. Вон даже простая вот лесенка, да? Лесенка. Которую они очень любят грызть. $162 и $301. Вон обычная 162 рубля. Ну, 162 рубля недорого. Не было таких, привезли. А то у нас 5 попугаев. Ой, 5. Нет, у нас 2. 2 попугая. Слушайте, не было. Я заказала мурику на Алиэкспресс. Ну, что-то наподобие такого, только там 3 или 4 этажа, и вот гонять. Здесь не написано, сколько стоит. Должна, ну, на почту привезли. Так не хочется идти на почту. У нас очень почта нехорошая там. Получается, в 2015 году было 75 тысяч человек жителей. А сейчас уже 3 года, еще дома понастроились. И представляете, у нас одна почта. Вы представляете, сколько там людей? 2-2.5 часа. Пошли, так, хотите, будьте, да, все, хорошо. Давайте, спасибо вам. Вам тоже с праздником вас. Спасибо. Спасибо. Ну все. Ой. Опа. Пойдем оплатим. Идти далеко-далеко. Ну, наверное, мои хорошие, буду все прощаться с вами. Завтра будут силы, поеду на Фуд-Сити, и мы с вами снова встретимся. Всем пока, до скорых встреч!